пиши на портрет, чтобы опозориться. Ой, то есть показать, на что мы способны. И поэтому мы покажем вам тизер второй раз, в общем-то, как чайный пакетик на раз используем, так на раз крутим, короче. Вот, ну как сказал один длинный пусть чувак, рекламы много, не бывает. Ребята в темноте, сегодня показывает выступление 10-й Е-класс. Классный руководитель Санчук Ирина Викторовна. Второе отделение нашего балета будет выступать в 10-й В-класс. Валентина Антоновна. Я представляю нашу жюри. Зоя Мальчук, художественный руководитель Дворца культуры, то есть городской центр культуры, извините. И Оксана Янкова, режиссер, замдиректора молодежного театра. Мельников, шпион. Классники, совет лицеистов, которые сегодня будут участвовать в выступлении, и я, Людмила Владимировна. Ребята, я прошу подговорку, вы очень сильно шумите. Нам иногда непонятно, что говорят на сцене, а нам это очень важно. Вам понятно? Скажите «да». Да! Молодца. Если только на донышке. Да.
сделает остановку на станции Артем Студио. Thank you.
станция лицей. А вы куда, молодые люди? Ого, какое совпадение! Мы тоже до лицея. Здоровенько были. Я, пожалуй, представлюсь первым. Меня зовут Олег. Славик Чебурек. Чудесненько такая. Вот и приятно познакомиться. Что вы крепите мне театр, вам нужно пройти курс терапии по химии и биологии. Это путь долгий и нелегкий, но результативный. Поэтому, товарищи пассажиры, кто чувствует, что иммунитет слишком слаб и не выдержит такой жесткой терапии, пожалуйста, можете выйти на следующей станции. Мы как раз подъезжаем. Внимание! Уважаемые пассажиры, наш поезд делает остановку на станции Барсукова. Артём Студиос представляет. И видел я в деснице у старосты журнал, написанный внутри и вот мне, запечатанный семи печатями. И видел я учителя сильного, провозглашающего крупным голосом. Кто это расстроился? Его не учить еще? Никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землей ответить ему и получить десятку. И во много плакал о том, что никого не нашлось заступного выучить теорию и ответ. Наши не любили, что нам.
расскажешь сегодня по новостям? Я приветствую вновь прибывших на радио. Лицей. Сегодня в лице очень жарко. В основном из-за портретов чаще также ожидаются небольшие осадки учеников, выпавшие из наших, ну и не только, шур. Как обычно, замечена большая миграция населения между лицеем и домом напротив. Думаете, купите уже чертов пример. Столовых десертов не наблюдается. Вышел трейлер нового фильма «Доктор Лицеист», который мы покажем вам прямо сейчас. Ты что, идиот? Видео крутить по радио. Волшебник. Позвольте дать вам совет. Забудьте все, чему вас учили. Вы смотрите на мир через замочную скважину. Восемь лет.
будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном приеме, не задернутых гордин, только белых, мокрых комьев, быстрый домик, маховой, только крыша, снег и кровь. Не забывайте свои вещи.